Получилось. Всем привет! Мы начинаем проходить игру Raft. Привет, Евгений. Всем. Привет, Женя. Привет, Володя. А Володя, кстати, здесь? Привет. А, здесь. Угу. Которую привет, привет. Женя подарил на Новый год и сказал, давай, ебаш. Не, а не, как, до работы. Так, значит, что, персонажик вот такой вот у нас будет. Так, новый мир. Так, играем на обычном уровне сложно, не будем ничего выдумывать. Как хочешь. Обычный. Так, будущее название мира. Так, ну я думаю, нам никто не зайдет. Так, друзья, что, дружественный огонь ставим, да? Давай на всякий случай пароль. Не, не, или не надо, ладно, посмотрим, если кто-то подключится, будем что-то думать. Так, создать мир. Подключиться только могут твои друзья в стиме. Ага. Ну я видел там... Твой мир не умеет. Да, я там видел в настройках, да, там либо никто, либо друзья стима. Типа каждый раз генерируется мир при создании, да? Типа как 7 Days? Этого никто не знает. Кто не знает? Угу. Каждый раз разное море. Не, у меня написано, вот есть моя так, запись. Можете подключаться. Подключаться. Мы хоть влезем все сюда. Ага. Этой херобориной надо еще попасть. Так, пока не все они... Gameplay. Вот уже и первое достижение. И у меня. Оп-оп, появились все в одну точку. Ага, я смотрю в чью-то морду. Ну так как будто а если упасть это за борт, ну ты плавать умеешь, то есть плот плывет, да? Я так понял, вот есть сзади, откуда он плывет, вот эти вот, да, руки, значит, мы плывем в ту сторону, значит, там у нас морда, надо ловить. Первым делом, наверное, надо расширить плот, чтобы было комфортно. Бочку. Хрен попадешь. Так, буряк какой-то и хлам. А, и вот эта штука, она тратится, я так понимаю. А, вижу. То есть, ее, чтобы скрафтить, там тоже надо. Вот это если оно близко, то можно взять руками, чтобы, потому что я так понял, что каждый кидок тратит ресурс. Да, я вижу. Даже холостой он, кидок. Ну? Так, а ну если я нырну? Там акула. Там акула. Ой, она уже пошла тебя грызть. Пацаны, вытаскивайте. Пробег. Крюком тебя кинуть. Так, больше я не нырять не буду. Вот я взял. Тут надо доски и пластик, да, чтобы расширять. Так, а что тут надо? Сначала инструменты, да, вот надо строительный молоток. Надо две доски и две веревки. Ай, блин, не словил ничего. Опа! Так, листки не надо. Так, одну доску. А впереди куча бочек. Раз, два, три, пять бочек. Три, пять, шесть, восемь бочек. Так, доска. Надо веревка. Надо веревка. И так, короче, мы бесконечно плывем, да? Так, значит, строительный молоток. Я его уже, наверное, скрафчу, потому что уже как бы можно. Переставлю его там после крюка, или, может быть, все-таки первым поставлю в инвентаре молоток, потом крюк. А эту бочку впереди можно руками забрать, чтобы не тратить крюк. Угу. Так, а где веревку она взять? Она все равно... А вот она с бочки берется. А, да?
А, вот, да, там пластик, доска, камень, веревки нету. Мне попалась веревка, вот я и сделал этот. Да, молоточек сделал? Да. Вот. Уже один поставил, а больше ресурса нет. Ага. Досок нет, пластика нет. А как-то можно тебе доски передать? Да, там в инвентаре типа перетаскиваешь. Куй можно нажать, и он выбросит, если в руке держишь. Ну или может какой-то куй. Знаю, но я если... Ну, пластик забрал. Доска, доска. Потому что близко можно забрать вот так просто. Руками. Угу. А вот дальше бочки, а вон сбоку какой-то ящик. Видишь, вижу. Там, наверное, чертежи лежат. А эту бочку можно так забрать. Приплывет. Ну или... А, сука, не могу до аркани делать. Пластик. А ну помоги, блядь, ящик уплыл. О, сейчас... Про... Походу, ой, есть? Подхватился, да. Ничего там интересного не было, просто ресурсы. А, он уже остров, да? Так, еще, что мне нужно сделать, чтобы передать туз? Ты можешь ее взять в руки и нажать Q. Я нажимаю И, беру детальку, тяну ее куда-то на отсюда и выкидываю. И появляется вот такой вот пакуночек. И его можно забрать. Там слева бочка плывет. Далеко, да? Далеко. Опа, акула выбегла. И что ей делать? Ничего не делать. У нас нету как с ней справиться. Женька, ремонтируй. У нас нету, наверное, на ремонт. Она уничтожает и все. Ну... Вот, поставлю. Все, ресурсов нет. Так, и сейчас мы типа можем исследовать остров или как? Ну, походу, да. Только как-то быстро. А, то есть плот будет плыть дальше, да? Да, пока мы тут ходим, я так понял, сейчас нам идти. Ага, тут надо топор, чтобы рубать дерево. Все, нечего дальше ловить. Волка, что там плот еще не отчалил, не отплыл? Уплыл уже. Я пытаюсь его, но за остров он не цепляется. Все, я возле плота. Ой, а это. Надо забрать. Вовка, забери. Забрал. Доска, какая-то свекла. Хорошо. Там справа есть. Не бочка, это никак веревку не могу собрать. Доска, пластик. Мне тоже она не попадается. Я таки кинул, чтобы у тебя был молоток. А что еще там можно сделать? Крюк. Крюк делается из пластика, из доски. Каменный топор, удочка. У меня было такое, что я потратил крюк, и у меня не было ресурсов. То пришлось этот пластик просто ловить, типа тот, который там, ну... Пирочку. А мы там вон голодаем. Угу. Скажи, мы вот так потихонечку, оно так кажется, а потом бац, и у нас Драя ничего свекла. Есть, нечего пить. Бунтарь. О, бочка. Веревка. Веревка. А зачем веревка нужна была? Для строительного молоточка. Чтобы строить вот эти плоты, нужно скрафтить молоток. Слева, но, блин, далеко. Я что-то сомневаюсь, что можно достать левый. Отвлекайте акулу. Ну-ка, нет веревки. Ой, она к тебе пошла. Весь пластик поставлю еще. Может, вот так как-то вширь, чтобы мы больше захватывали. Может, да. Пластик, доска. Доска нет. Ловил уже. Ладно, веревка. Не ловил. Впереди есть еще бочка. Две веревки. Угу. Но у меня пока ни одной даже, чтобы поделиться.
А молоток, я так понял, не тратится. У него нету хпшки. Строй сколько хочешь. Его раз скрафтил, забыл. Я не могу попасть. 20 досок. Может тебе дать... Ой, не, я хочу... Много. Хочу тоже построить. Так, ну бочку можно и так на. Забрать. Возьму, построй вот тебе молоток. А сейчас, может, лучше сейчас попадется. Если ты хочешь все-таки доска. Да, доска. И соска. Что ж такое, а? Я просто стою, я нажимаю, ловлю, что тут шильет. А, но мне надо еще один пластик. И будет еще один кусочек. Короче, остров надо быстро обшаривать и назад на плот, да? Его нельзя плот остановить. Ну, когда-то у нас будет якорь. Да? О. Но, смотри, мы уже хотим пить скоро и хотим есть. А что будет, если мы откинемся? А у нас ресурсы забирают. Угу. Ну, частично, но я так понял, большую часть. Так, вот там есть бочка. Попробуй так, подхватить. Ящик плывет. Ой, блядь. Он плывет далеко. Ах, не докинул. Блин. Она как раз сюда. Ой, хорошо, у меня две свеклы, картошка. Так. А где плот? А где Вовка? Блин, ну что такое? Вовка, вот здесь. Вижу. Блин, надо вот этот пластик еще и захватить. Да. Хотя... О, у меня есть веревка. И темнеет. Так, и вот тут можно скрафтить. Тут есть удочка, требуется 8 веревки. Она нам точно надо, потому что рыба есть рыба. Наживка для акул. Так, а где нам кормиться? Обычный опреснитель, обычный гриль. Блин, тоже нужно... А вот, только пластик нужен для опреснителя. У меня есть пластик. А это где ты? Еда? Пустая чашка. И пусть... нажал, и там... Опреснитель. Готовить. Он нам точно нужен, потому что ты его изготовил? Да. Ставь уж. И нам нужны чашки, чтобы им пользоваться. Так, а, блядь, факел бы не помешал бы. Поставлю еще плот, тогда тут расширю. Положить. Ой. Доску, в смысле положить доску. Его еще там что-то строить надо? Да, его надо подложить туда доски, чтобы он горел. И положить туда чашку. Ну, это то, что я попробовал чашку. Сам запустить тут пару обычный минут. Обычный гриль, пустая чашка. Выпить. А тем временем вот тут бочки. Раз. ЛМБ, левая кнопка мышки. А как? У тебя чашка есть? Да, только я ее не могу сюда поставить. Так, тут Е надо нажимать. Не высвечивается. А ну-ка, я попробую тоже скрафтить. Та чашка, она требует аж 4 пластика. А, вот, наполнить солевой водой, а потом, наверное, да, на опреснитель. Ты сначала, с моря, потом подливаешь, оно нагревается, и тогда где-то, я не знаю, или сразу, или потом. Ой, я выпил. Пьешь. Я выпил, походу, сырой, соленой. А вон бочка. Лови чпок. Вот там а справа... как понять, что там вода уже готова? Наверное, правая чашка должна наполниться. А, вижу. Наполнить. Мне кажется, нам надо вот таких штук, пару штук сделать, потому что... Ну... Так, я попил воды. Это же вам тоже надо наколотить воды, да? Ну, нам надо просто, чтобы у каждого была чашка. Из пластика. Четырех пластика.
А где она? Там такая еда. Да, самый верхний кубик, еда. У меня только один. У меня три уже. На, Володь, где ты? Володь, на. Здесь. На, пластик. Ой. Так, и что теперь делать? Налить жидкость. Вот, наливай воду сюда, чтобы она кипятилась. С моря набирай воду. Море набираешь, туда заливаешь. Где я еще не могу ее сделать? Ой, мой тоже уже вот тут дохнет. Чашка изготовить. Че, один обычный преснитель, блин, требует два пластика. Какой пластик? Он там наполнить пресной водой, уже закипятилась одна чашка. Нету емкости побольше, чтобы быстрее воды начерпать. Так, ну я ничего не могу понять, так, убрать. Сделаю еще один. Вот здесь вот, Володь, справа есть наполнить пресной водой, там уже одна чашка готова. Выпить, налить жидкость. Бочка. Бочка. Может, это преснитель только твой? Не знаю. Не. Он должен быть общий. Я вон еще один поставил, чтобы мы два рыла могли пить. Ну, блин, у меня нет взаимодействия. Мой не может вылезти, потому что... А еще рано. Вот тут справа есть чашка. Она пустая. Вот она теперь полная. Вот пустой, там на чашку наводишь, написано теперь наполнить пресной водой. Чашку. А потом пьешь. На, вот тебе. Или разберешься. Я уже что-то выпил. Теперь мы жрать-то хотим. Я сейчас, наверное, сдохну. Я от жрачки сейчас сдохну. Мы долго раздупляемся, да? Ну вот тут, да, я тогда тоже так вроде сидел, вроде кидал крюки. Если успею. А если сырую свеклу съесть? Выпью. Ну, оно, наверное, мало дает. Надо вот так. Тут гриль сделать. Наверное, оно... Как бочку. Выпить? Веревку ты так и не выловил? О, выпил. Есть у меня две веревки. О, ну подгонишь. О, я выловил бочку, может, сейчас выпадет. Блять, не выпадает, и все. Ну, на, подожди. Я пишу, что теперь вы можете изучать приемник. Ну, при мне тоже такое было. Ты подобрал? Не, ну мне написало, что я могу его изучать. Я Бобику говорю. Да. Подобрал. Подобрал. Да, строительный молоток. О, у меня чертеж антенна какая-то появилась. Бочки. Ой, блядь, выкинул. Наполнить водой строительный молоток. Так, наверное, надо, чтобы постоянно была тут какая-то... Вода? Вода, да. Еда у меня уже мигает. А что там надо для обычной гриль? Три веревки. У меня там... есть три веревки. Как передать? Нажимаешь и берешь три веревки. Нажимаешь, держишь и перетягиваешь. Да. Просто и оно выпадает. Блядь, я соленую воду пью. Так, нажимаю и беру три веревки с этой нижней перетягивай полосы, его на улицу как. Не, на улицу, мимо инвентаря, оно выскочит. Все, забрал. Обычный гриль произвести. Блин, его выкинул. А может, его не надо столько черпать воды? Ставлю этот гриль по-быстрому. Подложить досок. А что на нем можно готовить? Свеклу, положить свеклу, есть. Одна свекла жарится, а жареная, наверное, больше таз. У нас же все голодные, да, я так понимаю. Угу. Ну, у меня один кубик, я свеклы поел, вроде бы настает день. А, тогда будешь есть последний.
Но я свою пайку съел, 3 свеклы. Опять, они гаят этот огород? А я пока нет. А, ну вы все сырое съели. Я не пойму, да. Воду надо сколько черпать, заливать? Или один раз достаточно? Не знаю. Наполнить пресной водой, да. Так, выпить. Ну когда уже дожарится свекла, ё-моё. О, есть. Поднять. А, ну что же, и хавка есть. Свекла. Есть. Еще свеклу. Положить. Все, так, я понял, как объяснитель работает. Чуть-чуть виднеется. Так, ну что ж. С этим хотя бы понятно, но теперь какая-то грядка тут есть, тоже веревку требует. Ну, понятно, что-то садить. А что садить? Где семена брать? Пока у меня есть семена. Нет. Откуда? На острове я собрал. А семена чего? Не знаю. О, блин, не зря выкидаю. Я раздуплился, как работает эта херня. Ее не надо постоянно черпать, как я черпал. Один раз. Залил, положил доску, залил, поставил чашку и все. Так, у меня урчит живот. Это можно съесть? Я там свеклу жарил, бери. Или она не дожарилась? Нет, поднять бери. Готовая свекла. Я положу еще. На досок, наверное, подложу. Блять, там какие на плот ломает. Главное, чтобы она не сломала там, где стоят наши эти детальки. Витальки, витальки. Надо. О, там, блядь, бочка. Не достану. Вот далеко, да? Проплыла мимо. Вон бочка проплывает. А вон еще одна. Давай попробуем ее догнать. Я забрал. Я ИСУ попробую забрать. Там акулу не видно? Я тут в открытом плавании, короче, все бочки позабираю. Блять. Карты нету, да? Нет. Я нормально. Сделаю плод, чтобы меня просто руками забирали. Блин, он у меня плохо бегает, голодный. Ох, смотри, над нами акула, под нами. Меня спасать надо. Рука не забрал. Так, а девушка? А девушка? Я болен, ждет спасения. Вот я поплыл за бочкой, тут Вовка поплыл за бочкой. Зачем? Я забрал все, что там было. И Вовка. Так, теперь меня надо забрать. Ладно. Вы потеряли нашего бойца. Человек за бортом. Я не вижу даже ники. Вон он так появился. Уже? Так я уже вон отдал и крючок. Перезапустился. Поел. О, классно. Картоха так. Положить. Ну, у меня есть, у меня тоже есть сырая свекла. Так, надо посмотреть, что я могу сделать. Каменный топор. Нужен еще один камень. Удочка не могу. Это не могу. А у меня вроде бы есть 6 штук. Копье. О, я могу копье сделать. О, а вот там справа, видишь, плод какой-то тоже. Вообще, ну это, наверное, хороший плод с хорошими ресурсами. Чпок, хорош плавать, не опасно. Я его вот так забираю. Я вот эту вот палочку сделал просто, чтобы ходить и широко забирать все, что там идет. Ему доплыть можно? Ну, блин, там что-то хорошее есть, но насколько я помню, как только на него заходишь, он сразу же тонет. Но там всякие чертежи и всякое вот такое вот. Но, по-моему, нам еще рано до него.
далековато, да? Можем гигнуть. Так, у меня там чувак окрас умирает, есть. Надо пожрать. А я картошку ставил жарю. Бери. А. Так, класс. Так, надо бы, наверное, еще чуть расшириться, чтобы комфортнее тут ходить было. Хлам. Пластик как раз не нужен. И опять упал. Так, все, теперь я могу делать. Потом будут такие штуки, можно будет поставить сети, типа, что оно плывет и сети ловит. Угу. Все вот это вот на краю. И мы просто с сетей забираем там булочки, так, а все дела. Наживка для акулы. Копье, посмотри, какие-то верстаки, чтобы мы как-то дальше продвигались. Что там надо? Парус. Прав. А вот разовый якорь. Весло. Парус. Бокшток. Стол, стулья, полка, табличка, календарь, коврик, часы. А где кровати? Рабочий стол, обычная кровать, маленькое хранилище. Кровать называется гвозди. Маленькое хранилище. Ёлка. А что такое рабочий стол? На нем можно изучать может... новые предметы для изготовления. Это, наверное, по-любому надо, потому что ж. Во-во-во, кто-то меня так пиханул. Это я тут бегаю, я просто тут собираю все, как этот как бешеный. Так, да, и что здесь? Вон эти ящики, все к нам бегут. Для изучения. Руки, главное не упустить. Чертеж при приемнике. А как можно... Блин, вот. Я не холодный. И нельзя. Что можно блин изучить? Еда у меня закончилась. Ставьте жарить что-то, если у кого-то есть, чтобы сырое не есть. Меня я все потерял. Я уже даже не могу быстро бегать, потому что еды нету. Нам нужна удочка, походу. Чтобы мы ловили рыбу, а, ее жарили. Свекла. Все-таки море есть море. Должны же с нее рыбу получать. Блин. Ладно, упустил. А вот этот чертеж, его как изучать? А, походу он изучен, вот то, что у нас сейчас есть. Собирает. Приемник. Ловит радиосигналы. Может, его на рабочую станцию нужно? Наверное, нам по-любому нужно для сюжета. А, изучено. Чертеж, непонятно. О, есть свекла. Собирай. А, тут что-то жарится уже. Свекла жарится. Так, удочка с чего делается? Почка плывется. Смотри. Блин, еще чуть надо про этих, как оно, нитки. Так, а что есть? Так, что еще полезного надо? Нам а надо, как посмотреть, что у тебя в инвентаре лежит? Вот у меня какая-то фигня лежит, я не могу понять, что это. О, как подписано. Никак. Ну... Желтая семечка, желтый цветок. Есть у кого-то пару белый ниток лишних. Веревок? Ниток или веревок? Веревки, да. Не, нету. Веревок нету. Так, надо мне пожрать, тут сейчас я чуть-чуть издохну. Смотрите, что там плывет. Угу. Почка вдалеке, пойду заберу. А наш к нам не приплывет? Да нет. Вот там он еще две плывет. Ящики, бочка. Так, нам надо, наверное, еще одна жарилка, да, для мяса. Обычный опреснитель, обычный гриль. Маленькая грядка. О, грядка. Так, я сожрал и сразу же ставлю на жарку. Сразу возьму, вот попью. Сразу же поставлю на доска хламовая веревка. У меня, кстати, есть это копье, хуяксень и есть каменный топорик.
Если есть копье, значит ты можешь уже бить, и эту, как только она приплывает, да. И копьем в морду она не будет забирать у нас детальки. Так, у меня чувак проголодался. Там что-то жарится, ну блин, у меня тоже плохо. Один кубик. Делом. А давай, забирай, я картошку положу жариться. Нет, ты бери. Я один кубик имею тоже. Ты съешь, потом я твою картошку съем. Чпок, смотри, что у тебя там по голоду. У меня заканчивается кубик. Чпок, это уже надо накормить. И бочек нигде нет. Я просто не знаю, как посмотреть, что у меня в инвентаре лежит. И нажимай. Инвентарь подписан. Там кубики вот эти. Ну я понимаю, но... Наводи на него мышка и сверху пишет пластик, камень, доска. Камень, хлам. Пластик, да. У меня только один хлам. Веревки нету, да? Вот там есть этот... А, добежать бы туда. Чтоб не пропустить. Есть. Ну дай веревку. Арканил. Есть, веревка есть. Ура. Быстро скрафтить удочку. Она тратится. Как это делать? Выбрать наживку. А ну иди сюда, слышь. Ну давай. Блин, ну на голодный желудок. Так. Картофель. Еды нет, да? Не. Нема. Надо две веревки и могу сделать грядку. Пучка грядет. Блин, это что я кидаю удочку без наживки, наверное, вообще. Наска. Отбил. А ремонтировать не нужно то, что она там грызла? Наверное, нужно. Так, я если сдохну, я лучше эту удочку выкину. А, он 3% здоровья. А как ее починить? Блин, а вот, может тут есть еда. А, подожди. Там есть еда. МВВВ, выбор блока, это как? А что такое НМБНБНБН? Что это за кнопка? МММ, это что? Я вот тут выкину удочку, бы я если сейчас сдохну, не хочу, чтобы она пропала, бы дорогая, кто-то заберите ее. Это может пускай чпок ловит рыбу. О, он, да, его стихия пусть ловит рыбу. Я пока не разобрался, как ее ловить вообще. Надо быстро построить плот, пока у меня есть ресурсов. Так, 5, я сейчас 5. Буду дохнуть. Я следующий дохну. Зачем дохнуть? Нам их терять? Правильно? Камень, антенна, маленькая грядка, подожди, там были сундуки, так, а маленькое это... хранилище. Какая-то посылка есть. Алло? Не, на работе. Мы ну, изучили какой-то камин. Камин? Так. Да. Так, у меня уже никаких кубиков нет, она просто мигает и жизнь уменьшается. Бля, чуть темно. Акула. Бочку, ловите бочку. А, он бегать не умеет. Да, холодный. Ну, у меня одна свеклуха появилась. Жарь. Впереди еще есть бочка. Какая-то изучена полка. Ага. Справа потом будет еще две бочки. Давай быстрее. Зачем зеленые листья? Блин, а тут какой-то подарок или что это такое? Посылка. Что с посылкой делать?
А, типа открывать его так. Изучена полка. Так, я сейчас дохну. Все. Так, так что там с грядкой этой? Я болен, ждет спасения. Найти кровать. А у нас кровати нету. Надо кровать сделать. Не знаю, из чего она там. Кровать. Пластик и три гвоздя надо. А гвозди из чего? Из хлама. А, все, три гвоздя есть. Кровать. Надо пластик. Три штуки. Есть пластик, три штуки. А, все, 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 есть у меня в ящику, я выложил, есть. Так, а, кровать. Есть кровать. Так, а что с... Ну, на три кровати, да? А куда нести его? Вон, ложи на кровать его. А, вот. Я его кинул на пол. Сейчас его найти кровать. Положить в кровать Евгений Голда. Э, подожди, а у меня удочка. Прикольно. Я проснулся, у меня есть хпшка, есть водичка, все. Вон ты ее выкинул, Володька, удочку. Да, я выкинул, потому что я сейчас... Вот она лежит. Я все уже поподнимал. Так, удочку выкидаю, да? Вот. Нам бы нужно акула, акула, акула. Ловить рыбу. Ашка, ашка, ашка. Вот, сучка сломала. Так я так вижу... Удочка никому не нужна, да? Ну, если я сейчас... Ну-ка. Попробую опять. Ну, наживки никакой нету. Что я словлю без наживки, я не знаю. Так, бочка там, бочка... Я так понял, самое ценное — это бочки и ящики, да? Угу. Собирайте я пока. О! Тянуть. Сырая тилапия. То есть что-то поймал? Кидай. Жарь, может, да, я не умру. Да, тилапию. Сейчас я уже закинул. Оно мне не дает инвентарь. Или у тебя все печально уже? Так, печальненько. На одной воде. О, посылка. Я, ну, опять сырая тилапия. Все, сейчас ставлю жарить. Давай. А как посылку открыть? Нажми левую кнопку и держи. Стоп, стоп, как не все. Жарится все... рыба. Ага. У меня здесь еще одна свекла есть. Пока жарится, я еще что-то словлю. Еще бы какую-то тилапию. Так, следите, там ящики, может, где плывут. Бочки. Да, есть. Акула где-то проплыла, да, или мне показалось? Mm. Или то листок. Все может быть. Опять. А, сырая селедь. Тогда и Володьке пусть Володька ловит. Я пока за бочкой. Володька лутается, я половлю, чтобы у нас не было проблем с едой. Может быть, надо, блять, сделать еще один гриб. Я опять жду спасения, где-то болтают. Но ты в воде, в, да? В воде, а в воде тебя фиг найдешь. Чей ночь. Да. Чей... О, выбирай, ешь. Ладно. Ну, нормально, я так покушал. Рыба больше дает, да? Да, да, там почти две ячейки. Все, я так и думал, что, блин, без удочки мы тут не выживем. На одной... Еще одна посылка. Ой, картошечка. Блин, ты до хера потерял. Веревки, блин. А она тут тратится, удочка. У веревки она стоит 8 штук веревок. Угу. А у меня уже половины ее хпшки нету. Так, вижу бочку.
Так подожди, Вовик, она сама приплывет к тебе. Не могу я ждать. Так, а что еще хотел? Что-то я хотел сделать. А, я хотел грядку сделать. Справа, а, тут пластик, да? Вот маленькая бочка грядка. Справа еще, идет. Еще одна веревка нужна. Нету лишней веревки? Не знаю, разве что где-то в инвентаре, но не факт. Да бляха. Сырая скумбрия. Надо бы не пропустить вот этот ящик справа. Угу. Блять, я опять падаю этого плота. Надо его расширять. Нет, ты не зацепись за крючок. Так, пока месье выходами в море пока завязываю, а, у меня жизни маловато. Папка нужна кому-то? Пока еще или протяну. А, ну, давай я... Вот так сделаю, просто поставлю. Я, короче, в хранилище положу... Не, ладно, картошка потом еще пожарю. Ой, блин, выкину. Съесть. Сожру, надо бы еще попить водички. А что у нас? А, только одна. Воды нету? Заливаю. Раз. Тут я залил. Тут и залил, когда я вылить. Все, что была пустая. Чтобы расширять плоть, нужны доски и пластик. Чуть-чуть. А вон справа это бочка. Ну там сучка-то идет. Я уже дотрачу последнюю вот эту удочку, там она уже на последних издыханиях, но она очень непрочная. Пас. Я так думаю, что не вернут ресурсы за нее, все, удочка сдохла. У меня есть одна веревка, надо? Да, давай. Вот выкинул. Вот тут. Тут, вот, вот, Вовик, не ходи возле чпока, вот. А. У тебя двики отключены, ты смотри. Все, буду дальше сидеть, ловить. Ловить что? Опять надо собирать руки. Пластиками. Так, не, ну где-то поставить, чтобы к ней был удобный подход. Вот эти все штуки с местами же можно поднять, перенести. Ой, ну то есть, ну, только чтобы, наверное, она не была полная там ресурсами. Да, желтая семечка, белая семечка, белая семечка. Ох, уже она готова ловить бочку. Так, а там есть у нас что-то пожрать? Я ставил жарить. У меня тут еще рыбы есть. Бля, это на этот цветы. До пизды, походу, эти. Забирай рыбу, чтобы я новую поставил. Нам вообще в идеале скрафтить два гриля, чтобы как две воды за. За... Угу. Это что такое? Ящик, что ли? Ящик и этот. Блять. И то, куда садить семена. О, сырый картофель. О, плот впереди, мы, наверное, сможем его залутать. О. Мы плывем прямо на него. Хорошо, значит, мы освобождаем карманы. Может быть, дострою чуть-чуть сюда в бок. Хотя, не, он далеко. Не, он где-то вправо. Не знаю, есть ли смысл туда строить, тратить ресурсы, или доплывем все-таки, смотри, Вовик, это ты рисковый, это я там очкую, где-то крысеные крысы. Ну давай, крышу я пару тут добавлю. У меня пластика. Блять, пить дальше хочу, добавлю. Надо быстро попить, дайте воды набрать. Бери сразу в руку, тут все заправлено. Так, я эту тилапию, ага, тут нету досок уже. Так, плот на подходе.
Абордаж! Надо, он близко все-таки. А мы его можем заарканить? Не знаю, я сомневаюсь. И присобачить к нашему плоту нельзя? Не, он сейчас тонуть начнет, насколько я помню. Да? Вот мы на него станем, там где какой-то сундук, его надо залутать. О, где? Вверху. Ничего нету, что ли? Не знаю. И все, плыву назад, бо я голодный. Ой, блин, нашу еду чайка ест. А нет, это не еду, это семена. Акула уже меня грызет. Блин, когда ты медленный, пытаться доплыть. Неудачная вылазка. Так он что, был пустой или вы что-то все-таки собрали? Я ничего там не взял. Да что ж такое, я не могу, блин, зацепиться за плот. А мне тоже, я еле зацепился. Блять, меня сейчас акула сожрет. Мне надо резко пожрать. Резко попить. А, чайка украла это. А, нужно. Нужна пресная вода. Чайка украла цветок. А семена остались? Ой, одна веревка, это хорошо. Блять, дурак, не пей воду. Налить жидкость. Это ломается. Там на гриле что-то жарится? Да, что-то жарится. Я вроде бы всегда ставлю... А, не? Не жарится? Как поставить туда? Вот, поставил. А, ты хотел поставить, я да? Хотел, у меня есть одна картошка, ладно, я сейчас тогда... Подожди, она сейчас зажарится больше. А, пресной водой. Поставь сразу. Просто как только кто-то забирает, сразу взамен ставьте что-то на гриль, чтобы постоянно он не просыхал. Это как с водой. Выпил, налил назад, это приснитель. Так, грядка что-то, короче, пока не без толку. Так, а что мы там не попропускали этих сундуков и бочек? Ну, я пока бегаю. Мы уже 47 минут плывем. Да, и что там еще надо крафтить? Рабочий стол. Где рыба? Вот рабочий стол нужно скрафтить по-любому. Так есть, так есть. Где он? А, вот он. Что в нем делать? Там изучаешь чертежи. А, так это надо сюда дать эти ресурсы, чтобы получить, получается, это все дело, да? Опять чайка. Это грызет чайка. Я ее спугнул, не знаю. А ее может можно заколоть и съесть? Зажарить эту чайку? Слушай, это не она спиздила рыбу, блядь. Может быть. Не знаю. Я ставил рыбу на жарку. Опа, видел эффект чайки? Ага. Смотрите аккуратно, бо рыба. Так, что нам еще надо? Гриль, опреснитель. Блин, улучшить удочку надо. И слово. Что да это все? Выстрел плот, это поможет. Нет, парус, восток. Ой, о, веревки. Бля, веревку можно из листков делать. Да? Да. Вот мы окуни. Ё-моё. А где вот можно? Это, да. Нажимаем и. Там где и ресурсы, где там где гвоздики. Ага, гвоздик, веревка. Изготовить. Капец. О, ну все. Еще изготовить. Все, конечно, да. Теперь все по-другому. Мы уже давно это разбогатели. Еще один гриль поставлю. И 11 веревок. Блять, бочка, 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 бочка. Это, конечно. Так, мне надо пожрать. Жарить. Надо пожрать, надо пожрать. Там жарится, но надо следить, чтобы чайки нашу рыбу не забирали. Блин, там так надо... У меня, походу, рыбу и там испиздила эта чайка.
удочка, наживка, удочка. С другой стороны, сейчас удочку скрафтим, еще наловлю. Банный лист. Так, и водицы попить. Ну, пластик, наверное, мы точно не накрафтим, так что это надо загребать. Так, кто хотел? Инструменты. Удочка. Изготовить. Мне понравилось ловить рыбу. А надо все-таки еще загребти все ресурсы, чтобы пробовать. А как ловить? Закинул, вытянул или надо ждать, чтобы клюнуло? Закинул и жди. Все, вроде бы тут интересного нету, ловлю рыбу. Так, и что? Грель, о, поймал, грель. сырая какая? Сырая какая? Какую я сырая? А где его брать? Кого? Вот у меня... Ну вот, готовый этот вот... Е нажимай на него, чтобы взять его в руки. Ну, тут ты положено, а уже сейчас нету где брать, оно все сырое. Нет, вот я вот взял, у меня рядом отобразился он. Там... А, в инвентарь положил, да? Я его не вижу в инвентаре. О, бутылка. Может, он у тебя внутрь инвентаря, не в эти, что тут в руках. Что это? Нажмите люди для... И нажми, может, там она отрыбает. А, свечка. Да, ее можно остановить. Блин, там, я уже сам, он мне мигает голод. Это акула. Делайте себе копья, чтобы тоже отбивать акулу быстрее было. Так, вижу слева бочку. Иду забирать. Так, и попить не хочет уже. Просто набрать назад. Туда долго острова нету. О, светло. Мы уже несколько раз их пропустили. Может, пора парус там какой-то или еще что-то делать. Так, доски, бочки. Там еще две. Бери. А левой тянуть? Да. Ну, когда оно задергается, тогда и тяни. Да я вытащил, не успел увидеть. Так, надо как-то дальше как-то все дело двигать. Работает. Что это так. Я за рыбу вытащил такую? Сырой морской лящ. А досок везде хватает, чтобы он жарил? Да, вроде бы добавил. А, бочку кто-то берет. О, мы эту тогда возьмем. Так, хорошо. Так, сейчас еще гляну, что такое верстак. Каменная стрела, лужайка. Да что ж такое у меня опять? Ты ничего не понимаешь. Там где-то чайка. Вон она, сучка. Сука, блядь. Не убил. Ничего не понятно. А может, цветы для того, чтобы чайку приманивать и потом ее убивать и жарить? Вот, изучить. Ставил туда ресурс, один ресурс сдох, и он изучился. Угу. Грязь, стекло. Можно изучить каменная стрела. Научиться.
Тут еще из такого, что легко. Пугало. Ну это пугало, чтоб чайки не лезли. Но стрела это, я так понимаю, для лука, да? Средняя грядка, требуется хлам. Вот хлам есть. Изучить. Научиться. А это что такое фонарь? Научиться. Фонарь можем делать. Так, тут требуется фонарь. Изучить нитку, изучить. Хлам надо, да? Это что такое ведро? Кай будет краскотерка. И научиться. Так. Ой, штука, чтобы ловить эти сети. Сети по краям, чтобы мы не втыкали. О, металлическая удочка. А, она требует болт. Но сети требуют гвоздь. Значит, гвоздь можно скрафтить. И этот гвоздь изучить. И получить сети. Это что у нас? Маленькая трофейная доска. Ну, они, наверное, нафиг не нужны. Хлама нету. Чайка, 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 чайка. Сука, не удалось. И дал ей по шее. Пугало, научиться. Теперь можно сделать пугало, чтобы подгонять чайку. Гвозди надо. Кирпич, короче, перо. Надо хлам. Можно перо достать с этой из чайки. А что здесь? Так, а я жрать хочу. Итого, итого. Положи. А что такое? В него можно набрать молоко. Ведро нам сейчас не нужно. Так, я же изучал железную удочку или нет? О, хлам. Есть хлам. Ага, возьму себе топор, сделаю оружие. Каменная стрела. Нет, деревянное копье, нету посох. Наверное, все. Можно скрафтить весло, разовый якорь, парус, флажок. А где был фонарь? А вот он, фонарь. Из доски и хлама. Вот фонари нам, наверное, не мешал бы. Камин. Фонарь, да, тепло уют. Видит в темноте. А где тут стены строят? А, и вот это очень нужно. Эть ловушка. Это вот. Надо накрафтить. Это я надо досок не собрать. Да я теперь поизучаю. Так, с этой стороны тоже. И я уже такой голодный. Приели еду. Так, тут что-то должно быть. Я свеклу уложил на дальнюю. Так, ну что, надо себе удочку сделать. Давно пора. Угу. Так, а ты там лука не видел? Выучил. Мата. Рюкзак. Кулик. Постоянно. Так, похоже, еще один. А вот луч. Лианы и болты.
Ага, все, я понял, как это. А ресурс тратится? На удочки или чего? Не, на изучение. Или надо, чтобы просто у тебя... Не, да. Изучение оно одно забирает. Я там ему повписывал туда всякого, то, что у меня было. Ну я эти полки типа, пока не изучал. Ой, у меня жрать и съесть хочет. Что-то жарится. Так, где это пикает? Что это такое? Ой, справа какой остров огромный. А у нас даже якоря нету, чтобы тормознуть. Но даже если бы мы тормознули, как бы мы туда доплыли, я не знаю. Наверное, надо как-то уже парус думать ставить. Блин, тоже все требует доски. Мы бы там нарубили бы деревья. Так. Поднять. Ой, там вот этот злой птица на том острове кусючая. Коврик. Нам бы, понятно, чуть как-то продумать вообще этот наш плод. А то пока он у нас строится, а бы как. Ой, блин, да нету у меня чем ее ударить. Чандра. Сука. Плювака. Вам часы нужны? Берите. Швейцарские. Так, у нас грили пустые, если что. Поставил раз. Картошку выловил. Свеклу, а ну да, хорошо. А значит, так. Так, а что там полезного? Сетка там или... Давай парусы посмотрим. Я могу весло сделать. Делай, может, мы сможем направлять нашу эту посудину. Помогает определить островам, там или еще что. А, я якорь могу сделать. Я разовый якорь могу сделать. Разовый, то есть раз использовал, да, и до свидания. Мы уже далеко отплыли от острова. Ну, да, как бы. Так, ладно, все фигня, надо чем-то заниматься. Подожди. Так, что это дает, весло? Ничего не дает. Ну там написано, если вы застрянете у острова, весло поможет, типа оттолкнуться, что ли. Но почему оно не дает ручную силу, чтобы двигать, или не хватает силы, чтобы большой такой плод двигать? О, впереди есть еще вот тот большой такой. Кто? Плод, вон. Мы на него, по-моему, как раз плывем. Какой-то подарок. Раскрываю. Изучено. Табличка какая-то. Вот там слева он, да? Будете его лутать? Да, вон, может, там что-то будет полезное. Вторая тилька. А как тут это вот?
Левой закинул просто и ждешь, пока клюнет, и левую потом нажимаешь. Там высветится. Начнет дергаться. И тогда нажимаешь и забираешь рыбу. Сырой лось. Лучи лосось. Парус, наверное, он может потянуть какое-то количество блоков. Мы тут разрастаемся, и не факт, что тут парус выведет вот эту широкую посудину. Будем отстегивать. Что там плот на подходе? Да. Уже вот-вот. Уже можно готовиться целиться. А вот там сверху вроде сундук. А он нас надо не протаранит? Плот. Не знаю. Может, он начнет тонуть. Там сверху пугало, возле него сундук. Наверное, туда надо заглянуть. Ой, блядь. Забрал ящик. Забрал. Пугало не могу забрать. Искакивайте назад. Блядь. Да что ж такое? Все, там больше ничего нету, да? Так, ты... Так, что я там нагреб? О, болтик я взял. Это его надо кинуть в стол изучения, чтобы открылись какие-то чертежи, да? Да, да, засовывал. О, удочка. Металлическая удочка. А теперь можно все это изучать, да? Да, а вот и как ее скрафтить? Доступный или недоступный? А почему мы как-то в бок начали плыть? У нас плот, по-моему, поменял траекторию. А вон ветер, видишь, поменялся. Флагшток, видишь, он. Он показывал на мою кровать, а теперь он показывает в бок. Нам. Блин, нам надо накрафтить этих собиралок. Но надо хорошую тут. Я так понял, сеть ловушка это самая простая. А там есть хорошая собиралка. А для нее требуется титановый слиток. Такой тяжелый написано. Подарок. Блять, это инвентарь, вот опунь. Что делаю? Нам бы семена какой-то картохи, что ли? Так, у меня крюк уже давно сдох, я его не крафтил. Требует болт, да. Я думал, может, это он от удара? Не, ветер поменялся. А ветер причем у нас же... Да что ж такое, блядь, я падаю с этого плота, бля. Бочка, 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 бочка. Камень хлам. Ящик. А, ящик. Все уже заряжено, да? А я рыбу что хотел положить. Может, еще один гриль сделать? Как он там делается? Давайте, может, еще один гриль. Бля, нету там и большого гриля? Найди там гриль. Наверное, его надо прокачать. Из чего-то надо делать. Блин, это уже неудобно, когда вот оно вот так. Уже, ну, форма плота наша не особо выгодная получается. Если бы его можно было как-то развернуть. Так, а где там все-таки парус? Ну. Вот, парус, парус. Изготовить.
И куда он? Где он? Вот он. Допустим, стоит он вот тут. Ой, блин, упал. Так, что с ним делать? А, ты уже парус сделал? Вот у нас, да, у нас слева, ну, я вижу остров. Есть. Попробуй навести. Ой. Налево. Открыть. Сдерживать для плавного вращения. А где остров? Где остров? Слева. Вот слева? Там, видишь, он вон в тумане слева, да. А ну смотри, меняем курс. По-моему, не знаю. Вроде бы немножко есть. Еще давай влево, да. Заодно сделаю сейчас где этот разовый якорь изготовлю. У меня есть якорь. Меняет курс. Как его надо ставить? Куда он ставится? Я не понимаю, все красное. У меня есть рыбина, которая... Он на углы ставится. Кто? И этот якорь одноразовый. Но почему-то не на все. Наверное, вот тут, допустим, смотри, поставлю. Смотри, чтобы его акула не сожрала. Она вроде вот так кусает. А ты его поднять что-то там? Ты его не заякорил? Не. Я просто положил, если нажать Е, он заякорится. Нам надо заякориться возле этого острова и спокойно его полутать. Угу. Так, инструмент. Крюк. Болт. Готовить. Надо поплавать вокруг острова. Там есть какие-то эти... Блин, где у нас оружие? Деревянное копье. Изготовить. Топорики, да, сделайте. Топорик деревянный у меня есть. Железные ножи. Слушай, а у меня болты. Есть это вот наживка для акулы. И у меня есть, сделать. Но отвлеките акулу. Я не знаю, как это работает. Мы сейчас плывем прямо на него, прямо на этот остров. Хорошо. Я пошел ловить акулу. Мы чуть-чуть проплываем мимо. Надо вовремя кинуть этот якорь, наверное. И парус убрать. Скажешь, Вовик, когда? Я бочка, возле бочка, якоря. Бочка, бочка, хорошо. А вот еще одна бочка. Так бы, чтобы нам пришвартоваться, как-то, да? Как-то странно, мы мимо него, да, проплываем сейчас. А там еще прикол ветер, видишь, он боковой, мы не довернем уже. Ветер боковой, мы не довернем, мы будем отклоняться. Ну, все равно кинем якорь, попробуем, да? Доплывем уже вручную. Кидать? Подожди, сравняемся с островом, наверное. А мы, по-моему, чтобы не отдалялись уже от него. Так, ветер сюда. Нам бы, чтобы ветер поменялся, было бы хорошо. Да, я не вижу. Именовато. Доплывем. Блин, тяжко будет туда плыть, но... Блин, ветер, паскуда такая. О, пускай так, на него пускай ведет. Парус. Он сейчас, по-моему, мы просто стали на месте. Мы стали, да? От ветра мы стали. Да. Мы можем и подождем, когда ветер переменится, и мы подплывем ближе. Поплыли, да? Мы уходим. По-моему, мы уже не попадем на этот остров. Мы можем уже далеко. Дождаться ветра. Можем тут пока почалить. Ну, почалим. Так, что мы там играем? Остров. Блин, ну остров маленький. Надо будет в какой-то момент сделать разделение между сериями. Опа, что-то сожрало. А давай ее бить. Кстати, ее ж можно схавать, по-моему, эту акулу. Угу. Что она там грызла? Арчпоп кидал эту... А, наживку. Приманку.
Я думал, она на удочку цепляется. Нет. Так, короче, следите за кораблем. Надо копьем бить. Надо шарф. Овну попью и сейчас приду. Я ее там два раза ударил. Так. Еще ударил. Ты что, акулой бьешься? Не, да, нырнул за ней. Так, следите за кораблем, сразу прибежит. Надо бы пожрать. Что-то. И попить скоро. Наверное, мы удаляемся от острова. Кажется, наверное, надо плыть дальше. Будем искать следующий остров. Как делается фонари? Вот. Раз. Теперь не хватает досок. Так. Знаете, у меня дров нету. Что такое? У меня парочка есть. Вот кинул туда. Кинул сюда, все. Да. А вот чью-то рыбу. Есть взял. Картоха. Так, надо пить. А, вот они где доски. Все понял. В инвентаре? Да. О, так, по-моему, все, мы уже все, тут остров не догоним, может быть поставить парус по ветру. А чё ж вы не затормозили корабль возле этого острова, мы могли доплыть? Не знаю. Как ты его крутил? Р. Ладно, прошляпили. Я думал, эту наживку можно на удочку, блядь, и ловить акулу. Хер там. Не, это акулу мы можем словить, так ее надо... Это наживку кидаешь, акула стоит и ее хавает. Да. Много света. Понять бы, откуда куда мы плывем. Вот. Хорошо, в принципе, в ту сторону. Где-то увидим остров, надо заранее к нему. Потому что мы тут уже залутали все, у нас даже море чистое. Ресурсов нет, это тоже, кажется, наверное, просто пока... ушли от ресурсов куда-то дальше. Тоже половлю рыбу. Так. Мне кажется, мы как раз на остров. Добрый день, мы на остров плывем сейчас, причем достаточно большой, как раз его сторону. Ну, его-то мы точно должны залутать. Там надо найти глину. Вокруг острова, если плавать, там на земле лежит глина и камни, это все надо позабирать. Нарубать деревьев, там с деревьев очень много получается. Блин, старый башмак словил.
что с ним делать, с этим старым башмаком? Так, что у нас по курсу? Прям на остров идем? Да, мы как раз прям на него идем. Земля, земля! Ай, бляха, ну почему я падаю постоянно? Он на башмак похож. Как раз ветер к острову ведет нас. Да, тут нам под картину. Главное, чтобы он не поднялся. Как-то заскриптовано, что ты плывешь, и по-любому вокруг тебя острова появляется. Надо эти деревья все там посрубывать, и, наверное, много дерева получим, чтобы не собирать потом с воды. Надо бы семена каких-то картошек, овощи надо выращивать, где-то бы их найти. Наверное, чуть-чуть правее надо взять курс. Ну смотри, я пока ловлю. Как только скажешь, пойду скину якорь или ты скинь. Интересно, а якорь он долго держит? Или он постоянно держит? Не знаю. Нам бы как бы веслом не пришлось отплывать теперь от острова. Ой, я уже вижу внизу какие-то эти... Так и ничего страшного. Сундук вижу. Мне кажется, да. Опускай парус. Убирай парус. А как ведро? Ну, не знаю. Так, стоим. Всё. Парус, не-не, надо убрать, X убрать. Или какие-то полностью убрать. Как, чтоб не дул парус. Е нажал. Ага. Всё. Так, ну шо, а ну-ка идите сюда ко мне. Сейчас я рыбу положу. Ты шо, хочешь зашоткать? Скрин на следующую серию. Мы, короче, разделим серию, типа, сделаем серию первый остров. А вот так, вот тут впереди, вот тут встаньте. И смотреть на остров или на тебя? Можете на меня. Ага, все. Все, давайте тогда сделаем разделение, типа серии. Как раз это будет следующая серия, где мы пойдем изучать остров. Все, ребятки, тогда всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока.